Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2022 год в республике годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Детская стоматологическая поликлиника вносит свой вклад в помощь особенным детям и подросткам уже второй год. Им не нужно, как раньше, выезжать за пределы республики для получения стоматологической помощи под наркозом. О работе нового кабинета и как записаться на прием. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Каждую пятницу три специалиста республиканской детской стоматологической поликлиники – хирург Альмира Узденова, заведующая терапевтическим отделением Олеся Очкасова и медицинская сестра Елена Простова с утра собираются в детскую многопрофильную больницу, на базе которой открыт кабинет, где оказывается помощь деткам с ограниченными возможностями здоровья. Есть определенные требования для оказания стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями. В условиях поликлиники, то есть в амбулаторных условиях, это не представлялось возможным. Поэтому Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики приняло решение об организации кабинета на базе детской многопрофильной больницы. Вот уже 2 года как функционирует кабинет, и мы можем подвести небольшие итоги. Мы понимаем, насколько актуальна и остро востребована была эта помощь детскому населению Карачаево-Черкесской Республики. У Елены дочь инвалид. Она рассказывает, что временем раньше ребенку не могли лечить зубы без наркоза, и мы неоднократно обращались за помощью в детскую стоматологию. В детской поликлинике стоматологической сделали все, чтобы мы успели до 18 лет, потому что это абсолютно все бесплатно. Работа была проведена настолько качественно, то есть из того, что у нас осталось буквально там, ниточки, иголочки передних зубов, ей полностью сделали реставрацию, то есть у ребенка голливудская улыбка. А попасть на лечение просто. Родителям необходимо обратиться в детскую поликлинику, где идет плановая запись, а после ребенка приглашают на осмотр и дают перечень анализов. Они сдаются быстро, за 2-3 дня. И в назначенный день, а это обычно по пятницам, в многопрофильной больнице сотрудники детской стоматологии при поддержке реанимационной бригады проводят лечение зубов. Обезболивать внутривенно, наркоз давать, на аппарате держать. Потому что зуба, когда возятся, там и кровь, и гной еще может быть, попасть в легкие. Поэтому интубируем, сажаем на аппарат. И на аппарате находится под наркозом до конца лечения. По 4-5 часов уходит на полную санацию зубов одного ребенка. И поэтому за день лечат только одного пациента. С 2020 года у нас было принято 43 ребенка. Из них 27 санированы полностью. Несколько детишек у нас уже по возрасту санированы, переданы во взрослую сеть. По 18 лет, когда исполняется, они переходят уже во взрослую сеть. Это большой прорыв. Это вот то, о чем у всех на слуху. Доступная помощь всем. В первую очередь инвалидам. Это вот сознание общества меняется буквально на глазах, когда вот отношение к доступности помощи инвалидам становится основной темой здравоохранения. Минздрав республики приобрел необходимое современное оборудование, обеспечил медикаментами и, самое главное, сформирована профессиональная бригада из лучших специалистов детской стоматологии и многопрофильной больницы в составе 5 человек. И каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья может здесь получать первоклассную стоматологическую помощь бесплатно. Алла Динаева, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.